Здравствуйте, с вами Алена Кыра, и сегодня мы поговорим про крошечное вот такое слово «ж», но доставляющее много хлопот. Слово «ж» может быть частицей или союзом, а подобные части речи пишутся со всеми остальными словами, конечно же, раздельно. «Какой же», «сразу же», «такой же», «где же», «куда же», «конечно же». Все пишем раздельно. Но есть два слова, которые очень часто затрудняют. Это слово «также» и «тоже». Они могут быть союзами, «также», «тоже», и тогда мы их пишем слитно. Это одно слово. И они могут быть другими частями речи. «Так» – это наречие, «же» – частица. «То» – это указательное местоимение, «же» – частица. Соответственно, частицы пишутся раздельно. Как отличить одно от другого? Да очень просто. Если у вас в предложении после слова «также» стоит союз «как», «я пришел так же поздно, как и ты», ну, соответственно, мы будем писать раздельно. «Так» – это наречие, «же» – это частица. Даже если этого союза нет, то вы мысленно можете его доставить, и точно вы напишите раздельно. Что же с союзом «тоже»? Можно дополнить, либо там будет в предложении написано слово «самое», «то же самое». Если есть вот это «самое», мы пишем «тоже» раздельно. Это указательное местоимение и частица «же». Если этого нет и подставить мысленно нельзя, соответственно, это союз, и мы пишем его слитно. А еще союзы «тоже», «также» в принципе взаимозаменяемые. Можно один на другой поменять. Союз меняем на союз. Это доказательство того, что это союз, его надо писать слитно. И оба этих союза можно заменить союзом «и». Тоже еще одна проверка. Ну, а союзы у нас не пишутся через дефисы или еще там как-то. Мы пишем их вот так слитно. Кстати, произнесла слово «даже». В этом слове тоже умудряется допускать ошибки. «Даже» — это частица, она пишется слитно. Так, на крайний случай вам говорю. Подписывайтесь на мою группу «Дом знаний», на мой YouTube-канал под моим же именем. И будем дальше совершенствовать свою грамотность. До встречи!